мне все ж некогда, сейчас. Скотина, хозяйство. Бегай. О, Господи. Так, эти тогда лишние у нас, да? Сюда поставим. Где Оля-то наша? Вот. Это у меня Боженька, а это у меня мои. Вот. Сегодня Аринка приходила. Бабушка, а идея маленькая. Я говорю, ну погляди. А кто вот эта вот девочка? Я говорю, ну приглядись. Это Арина. Приходили они ко мне сегодня. Угу. Приехали. Так сколько же тебе детей-то всего? Пятеро? У меня четверо было, Дениска. Угу. Четверо. А этот... Один же у меня Петька умер. Да. У меня трое осталось. А внуков восемь. Вот. А правнуков теперь трое. Две девочки и мальчик. Угу. Вот это у меня тоже правнук. Вот он мой правнук. А это уже мы вот в 55-м году, 8 февраля мы регистрировались, а 20-го у нас была свадьба. Мы вперед зарегистрировались, потом свадьба. Угу. Вот. Мои родители не разрешали. Понятно. Так мы вперед зарегистрировались, а потом свадьбу. Вот такие дела. Так и в этом доме так же вот живете? Этот дом поставили, да? Ну, этот дом мы поставили в 55-м году, и это где-то в конце 55-го года. А жили мы вот там, где сарай. Вот тут в доме. Пришла-то я туда, и этот уже мы строили вдвоем с дедом. Uh-huh. С дедом Колей мы уже построили в 55-м году. Uh-huh. Вот. Ну, поставили, а в 56-м мы перешли уже. Вот. Uh-huh. 50 лет нашему дому тоже. Вот такие дела. А что здесь было в 55-м году? Как, вот здесь на этом месте? Ну, в Ходькове. Ну, а что тут было? Завод прекрасно работал. Вот. Работали. Чугунолитейный, пусть он грязный, но мы были все с работой. Вот. И колхоз был. Mm-hmm. Вот. И колхоз был. В колхозе. Вот свекровь моя все время у колхоза работала, а я работала в заводе. Вот. Я в колхозе не работала. Это разные ведомства были? Или как? Завод отдельно, да, а колхоз отдельно? Ну, как, он был подшефный. Колхоз-то, это, завод-то наш. Вот, например, начинается сенокос. Колхоз там приходит, председатель у нас Завальный был, вот как и сейчас Завальный, только его отец. Приходит поговорить там с Кривцовым, с нашим. Ну, он там выделяет сколько? 50-60 человек, и пошли. А, например, суббота, воскресенье, это уже уезжали вообще весь завод на сенокос. Косили, ну, те, которые косить могли, косили, те, которые сушить, сушили. Ну, так и вот так заготавливали. Колхоз наш все время передовое знамя держал. Вот. Ну, такие дела. Вот. Жили потихонечку. Дворов много было? Ой, дворов. Наш Ходьков 800 домов был. Понимаете? 800. Это потом уже меньше, меньше. Но уж когда перестроились, тоже перестроились. Тут осталось ничего. Одни старички, которым пора на кладбище. Я знаю, что ты все мне записываешь. Папаша, расскажи, как в Германию попала-то? В Германию? Сколько тебе лет было? Ну, это мне было... Я с 36-го, это мне где-то 5 еще не было. Ну как, оккупировали, пришли немцы на поселке. Заняли наш поселок. Вот. И
выгнали в один дом там, собрали, угу. Это у Михеева дом, угу. Собрали. Но к нам ночью приходил один, значит, партизан. И он предупредил, что если будут гнать вас на Клинцы, угу. То вы старайтесь не пойти, потому что Клинцовское поле все заминировано. Угу. Вот. Ну, и вдруг, правда, утром пришли и стали собирать. Моя это вот мать, тетка, у которой я жила, у тетки, они пошли в свои дома, как будто бы тут пищи не хватило, ну, пошли там взять продуктов. Угу. Вот, а их по деревне стали собирать. Собрали, построили в отряд по 2 человека и на эти Клинцы. Вот. А мать-то знала, она тогда и говорит этому самому одному, мол, пан, дай мне маленького, вот маленького взять. А у нас был меньше меня еще парень, этому, ну, он с 40-го года. Угу. Ну, ему где-то 1-1.5 года, может быть, 1.5 не было. Вот. А он ее прикладом и в этот уряд. Угу. Вот. А другой увидел и говорит, ну, подходит, тоже немец, ну, за что ты ее угу. бьешь? И быстренько, значит, спросил, что... И выкинул ее, выдернул из этого отряда, выкинул. Вот. А тогда она отбежала и говорит, пан, вон еще. А с Люлькой тетка стояла, Люлька через плечо была. Вон, у нее тоже маленький. Он ее выкинул. А всех остальных погнали. И только зашли на горку, вот под лес туда, и сразу начали рваться мины. Вот. И тут... Когда эти мины начали рваться, и наши начали обстреливать через людей. В общем, они отбили людей. Вот. Ну, Губарёва, вот, ну, там, соседа нашего Феди, мать погибла и сестра. Это насмерть. А Губарёва Алёны ногу там оторвала. Ну, многим там это. Кого поранило, кого что, ну, всё-таки отбили этих не всех людей побило. А потом оттуда нас погнали и пригнали вот у Ходьков. Жили мы у Титовой хати. И в один прекрасный день ночью пришли. Ну, какой-то отряд, сказали, финны, вот, и начали наш дом закидывать гранатами, да, закидывать гранатами, вот. В доме находилось, значит, все шубинские, вот была наша семья, у нас было очень много, вот, я, 2 сестры, 2 брата, братик вот этот маленький, и брат у нас был с 24-го года. Потом бабушка, тетка, мать. Вот. И, значит, это тетка проснулась и быстренько нас под печку засунула. Меня и сестру старшую, Нюру. А Шура и мать в подвале были. Так, тетка, бабка и вот этот старший брат под пол забрались. Ну, или брата поранили. Или что, не знаю. Но главное, он выскочил и перед окно. В окно выскочил, и там его перед окном поймали. И вот когда его поймали перед окном, то его очень казнили. Ему и руки повернули, и ноги повернули. Ему повырезали ремни, звездочки. Там его исказнили вообще капитально. И вот около окна этого бросили. Когда рассвело, а нас собрали... вот. Мы с сестрой, когда сидели под этой печкой-то, и дым, мы стали задыхаться. Тогда сестра, она постарше, я-то была маленькая, она с 29-го года, она постарше. Она меня за руку и выволокла на улицу. А около нашего дома стояло много-много народу, и по 2 человека в ряду. Вот. И они, значит, кричат там, ну, по-немецки, «Хандухох», наверное, руки поднять. Вот, мы-то не знаем, а из этого, из ряда, вот Губарёва,
нашего председателя сельсовета бывшего. Отец кричит, он наш поселский, кричит: «Нюрка, Нюрка, подними Паше руки вверх, и сама подними руки вверх». А мы в рубашонках, что нас там обыскивать? Они так похватали, пообыскали, что у нас обыскивать-то? И поставили в этот рядок, и погнали, и нас гоняли, вот с вечера и всю ночь гоняли по всему Ходькову, и все людей собирали, и все в этот вот отряд пихали. Когда за рекой подымутся эти вот ракеты бросят, это вот часто я понимаю ракеты, а тогда огоньки думали, что это за огоньки. Нас положат, мы лежим на сырой этой земле. Как только огоньки эти погасли, нас поднимают и опять дальше погнали. И так гоняли до утра. А утром пригнали опять туда, только в один подвал, там Щукинова Сергея Ивановича подвал был. И загнали. В этот подвал набили. Вы знаете, сидеть там негде было. Там негде. Там вот так вот стояли стопками. Вот. И в этот момент крик из дома. Вот. Ну, еще который сзади. Мол, кто это там кричит? А это, говорит, Щучиху выкинули через окно на штуку. Вот. Ну, до утра мы так просидели. Утром приходит каких-то два человека, и нас забирают. Меня и Нюру забирают. Вот. А оказывается, когда, значит, мать из подвала вышла, она увидела, что Петя расказненный. Так, там один шубинский Влас, этот через лестницу, так он на потолок хотел спрятаться, его прямо на этой, на лестнице убили. Он висел через лестницу. Вот. И она тогда закричала: «Бандиты, где ж мои еще девки?» Вот. И вот этих два мужчины, там немцы или, может, какие там русские полицаи, бог их знает. Но главное, не кричи, не кричи, девок твоих сейчас приведем. И они вот пришли, нас и взяли. Вот. А Петю нашего вот этого брата, значит, на носилочке вот этого Власа и за Ходько туда. Там могилка братская, и попихали их туда. Ну, их двоих только положили. Там много-много было в одной могилке, а у этой только двое. Вот. А сестра вот средняя, Шура, и эта проползла, поглядела, где эта могилка. Вот. И после вот этой войны мы его перенесли на кладбище вот с этим мужчиной. На кладбище уже. Вот, вот так. А потом он... После вот этой ночи, после этой трагедии, нас собрали и погнали. Над нами, конечно, издевались, поели жаклы и все такого. А потом оттуда и погнали потихоньку. И с нами отступали немцы. С нами немцы отступали. А какой это год был? Это, наверное, 43-й был. Я точно не помню. Наверное, 43-й. Нас вот до этого, наверное, до 43-го года вот все. Я точно не помню, Денис. Вот, наверное, до этого года нас еще вот кидали по лагерям. Вот. И погнали. Пригнали нас в Орловскую область. Это я, как сейчас помню, деревня Дюкрево. Вот. Там мы, наверное, недельку побыли. Ну, говорили так, что якобы немцы как отобьют наших, так нас и где-то расселяют. Как только наступают, так нас опять. Вот. И потом, значит, с этого Дюкрева и Дюкревских этих вот самых орловских тоже с нами поставили два человека по одной стороне дороги, два человека по другой. И так большая колонна шла. А промежду нас шли машины, там лошади, немцы шли, и вот так. И с нами они отступали. В одном вот шли-шли, и Сычин верх такой был. Вот в этот верх нас загнали, расположили в этом верху. Вот. Ну, охрана ли была или нет, я уже тебе не могу сказать, не помню. Вот. Ну, главное то, что в этом овраге
мы были, наверное, сутки. И когда шли по шоссейной дороге ихние машины, немецкие, и налетели наши самолеты. И вот эти самолеты начали бомбить, обстреливать, они кинулись в этот овраг. И нас там положили более чем половина. Вот. А мы были так, с нами дедушка один такой был. Ну, наши поселили вот это как бы вещи, детей маленьких, на лошадок. Вот. И самых стариков, ну, которые не одолевали, да пристреливали прямо тут же. А кого посадили? Ну, кому какая, наверное, судьба или что. А этот дедушка и говорит: Аннушка, мы не будем забиваться в серединку этого оврага. Вот давай вот тут вот на площадке. А прям какая-то, как бы сказать, площадочка была. Вот на этой площадке. Мы вот тут. Давай, она, дедушка, да мы, мол, уместят-то с людьми лучше. Да нет, нет, вот тут. И вот когда вот эти самолеты летали, а он тряпочку красную вытащил, и вот так машет. Но по нас ни одной пули не попало. Ни одной. А там положили во враги в этом, но это более чем половина. Вот. И опять собрали, опять так же в отряд, и до самой польской границы нас гнали. Вот. Потом в Польше там посадили нас в поезд. Привезли там до какого-то распределительного пункта, я точно не знаю. Но тогда уже приезжали хозяева и брали нас, вот, разбирали. Но так как наша семья была очень мелкая, вот, брата расказнили, девки остались, Нюры где-то 10, Шура меньше, а я еще меньше, бабка очень старая, вот тетка больная была. Нашу семью долго не брали. Ну, потом приехал какой-то с домино, это, ну, как бы наш колхоз или что, ну, вот такое хозяйство. И нас забрали туда, свезли. И вот работали, пока освободили уже нас американцы. У нас не русские, нас прогнали. За Берлин были мы 200 километров за Берлином. Вот мы где были. Вот. Город Шлайден. Ну, там хозяйство какое-то было. И вот так. То есть в отряде вы семьей шли? Мы шли семьей. Вот. Нас вот, например, как я маленькая, кинуть на эту телегу, посижу, потом или тетка несет, или мать там несет. Вот. А так большинство, ну, бабка ехала на этой телеге, а то вот так, и до самой польской границы. И сколько мы это шли, я тебе сказать не могу. Но очень долго. Вот такие дела. Детство было плохое, Денис. Плохое. А с войны приехали. Тоже холод. И все плохое. Ну, ты сначала расскажи, что там в Германии-то делали, как жили. Но мать моя родная работала, коров доила. Сестра старшая, это на поле работала. Вот. Тетку забрал какой-то хозяин. У хозяина работала. Ну, хозяин очень был жестокий, вообще страшный. Вот и где мать работала, это хорошие были люди. Ну, у нее как, она хозяйка осталась сама, а у нее управляющий. Управляющий был прекрасный. Ведь мы как русские, обязательно надо что-то утащить для детей. Раз корова доила, значит, и молочко надо утащить. Вот он ее раз поймал с этой баклажкой и говорит: Аннушка, вот это я поймал, а если бы тебе еще кто-то взял? Тебя посадили бы в лагерь, издевались бы над тобой. Вот. Она говорит: ну, дети-то есть хочут. Ну, нельзя, внушка, нельзя. Ну, так. Вот. Бабушка у нас была. Чтобы за бабушку, как бы бабушку не кормить, не давать там какие-то пособия, там какие-то давали марки. Вот.
не давать. Ее хотели забрать в лагерь. Ну, где сжигают-то этих? Бухенвальд или бог его знает. Мать не дала. Не дала. Просто она, как бы говорится, берите тогда всех. Вот. Ну, ее 2 недели наказывали. Вот в подвал посадят на ночь. Водички вот столько. В этом, чтобы она не легла. К стеночке приклонится, вот так и стоит. А утром на работу идет. Как на работу, ее выпускают. Ну, отстояла бабку. Не отдала. Средняя тоже на поле ходила. Вот, ей 9 лет тоже на поле ходила. Бабка дома была у нас. А я убирала лагерь. Нас 6 таких девочек было, маленьких, от 5 до 6. И вот мы убирали весь свой лагерь. Подметали, постели заправляли. Вот. Ну, конечно, русские, здесь русские, они и сами убирали, помогали нам. Ну, и нас заставляли, гоняли. Вот, ну, какие мальчики не заправят, то вот мы вдвоем, втроем тянем это там, какая покрывало есть или там какая одеяло есть. Ну, так. То есть у хозяина было несколько семей, да? То есть это целый лагерь, который... Мы находились в лагере, мы ни одного хозяина были. Лагерь был под проволокой. Там людей очень много, Дениска, было. То есть это не так, что вы на ферме жили где-то? Нет, 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 нет. Мы жили в лагере. За проволочкой, все, охрана. Так что мы, когда надо, открывали нас, когда надо, закрывали нас. Вот и все. Мы жили в лагере. Мы не были ни на ферме, ни у хозяина, нигде. Забирали на работу и привозили с работы. Вот и все. Или пешком гоняли. Когда близкая какая-то работа, строить, колодки вот такие вот, деревянные. Ну, топают по этому по асфальту, только шум гремить. Дух-дух-дух. Все. И сколько на работе было? Больше года, да, получается? Больше, наверное, больше. Не знаю я, не помню, не помню. И коты ни у матери мне не пришлось спросить, ничего. Да и ни к чему было. Такая страсть вспоминать не хотелось. Вот такие дела. Мы работали. А как освобождение произошло? Ну, освобождение утром. Прибежал к нам этот самый наш управляющий. Он уже пришел. Так никого не было. Один вот наш управляющий. Я открыл, вывел весь этот лагерь и построил по забору. Вот. За оградой или? За оградой. За оградой построил прямо по забору. Вывел у всех и сказал: русские пришли. Вот. Стройтесь. И все так вот построились. И, правда, подходят только уже не русские, а американцы. Ну, конечно, они-то разговаривали на своем языке, и переводчики были, спрашивали, как, что. Кто жаловался. А как наши, например, вот, он не обижал. Он сам с ними стоял. Вот, все. И этот наш хороший человек, нас он не бил, нас он там не ругал, нас там туды-сюды, нам он там подсказывал, вот так. Его характеризовали. Хозяйку тоже, вот эту, у которой жили. Ну, не которой жили, вот у которой работали. Хозяйка, она очень добрая была. Когда вот какой праздник, хоть что-то своим рабочим, там или на печете, или что-то, скажет, передайте вот моим рабочим. А другие, которые даже этого не видели, даже этого. Вот, например, у какого тетка моя работала, это вообще изверг. Это вообще изверг. Вот. Не то, что он доброе слово, он если что-то такое не так, он сразу бьет. Вот. Вот так. Вот такие дела. А потом? А потом нас передали русским, это уже привезли на Эльбу, где-то река Эльба, передали тут русским.
Наверное, по эту сторону американцы завоевали, а по эту сторону русские. Да. Нас передали русским, а русские нас уже тут погрузили и вот привезли. В 46-м году мы приехали. Обратно сюда? Да. Как уже мы добирались, я не знаю. Ну, везли, чем-то везли. На пересыльных там были. Вот. Ну, привезли нас. Угу. Приехали, полная разруха, ничего нет. Так что жили тоже кое-как. Но благодаря Богу это было лето. Это было лето. Где-то какая-то трава, где-то какие-то кусты, где-то что-то такое. Вот. Тут мать наша стала на Украину ездить, хлеб зарабатывать. Этим хлебом купили коровку. Когда корову купили, тогда уже любую траву забелил, уже поел, уже мы отжили. А так, плохо. У нас на квартире жили вот это Поликарповы, они пораньше приехали, у них уже были и картошечки, и все такое. Они, бывало, наварят картох, насыпят вот этими самыми в мундирах. А я стою, мама, у нас картошечки нет, она мне под затыльника, иди не бреши ему. То есть не делились? Нет, не делились. Хотя это были и русские, но не делились. Не делились. Наверное, для себя берегли. А дом ваш остался? Да. В нашем доме вот жили. То есть они жили в вашем доме? Они жили в нашем доме, пока себе построили. Жили в нашем доме. В нашем доме жило очень много. У нас, когда мы приехали с войны, у нас жило 5 семей. Mm-hmm. 5 семей. Ложились спать. Мальчики в одну сторону, девочки в другую сторону. А старые бабки по бокам. И вот такие кнутые. Как только ребят начинают баловаться, ведь они же обязательно пощипать девок. Они их этими кнутами лупили. Папаш, вот мы вот городские на природу приезжаем, вот выйдем, угу. На холм поднимемся, там красота. Угу. Вот деревенский-то видит тоже? Или нет, Денисонька, мы не видим. Мы не видим. Вот именно я ничего не вижу. Я вижу корову, сарай и бегаю. И вот до тех пор, пока вот кино поглядеть, если угу. Вот остановлюсь. Не видим и не знаем. Вот когда помоложе была, то я и в завод успевала, и на огороде успевала, и с детьми успевала, и с хозяйством. Еще в лес ходила за ягодами, там за тем другим. Сейчас я ни зачем не хожу. Или, может быть, старость. Или, может быть, то, что некогда. Не знаю. А свободное время? Да нет у меня. А когда оно у меня? Вот свободное время, когда кино смотрю, спросил у мамы. Вот когда кино смотрю, вот это у меня свободное время. Это я ляжу, полежу и кино посмотрю. Вот. Нет у нас времени свободного. Будет свободное время, как корову только я сдам. Угу. Тогда у меня свободное время будет. Тогда мне делать будет нечего. А вообще, папаш, ты свободный человек? Ну, как сказать? Свободный, наверное. Наверное. Ну, надо корову отдать мне. Тогда совсем свободный будешь. Тогда уже мне будет делать нечего. Тогда будет делать нечего. А сейчас пока у меня дела много. Ох, папаш, а на заводе как работали? На заводе? Что делали там? О, Денисушка, что я делала? Я... Нет такой работы на заводе, чтобы я не работала. Я только как ложку не носила, заливки не было. На мельнице работала, под муфелями работала. На плавке работала, на краске работала, на упаковке работала, на погрузке работала, на засыпке работала. Да, у чистальни не работала. В чистальне я не работала. Господи, да и не было той работы. Вот две работы я только. Вот на заливке и у чистальни не работала.
А то все мои работы были. Тут такая байка была, что чушки чугунные таскали пешком со станции. Таскали, да, завод подымали, да. Я, конечно, не таскала, я еще мала была. А вот Люба, вот многие, ну, те, которые вот так 20-й год, 22-й, 23-й, 25-й, даже до 30-го года все. Да, ходили, ходили, разыскивали по этим вот по лесу, там, ну, где подорвались там самолеты или там еще что-то. Вот этот алюминий таскали. Ох, таскали, Дениса. И зерно таскали у колхоза со станции, чтобы посев был. Вот. А что же, ни лошадей ничего не было? Ничего, конечно, не было. И завод строили на своих плечах. Вот телеги это делали, там два колеса, да еще два, четыре колеса. И несколько человек упрягались и везли дерево, чтобы вот этот завод вот постановить. А потом-то все развалили. Это же все на горбу, на вот... Без лошадей, без всего. И огороды пахали. Шесть девок или там ребят. И сзади какая-то старуха за плугом, за место лошадей. Это же все делали вручную. Все вручную. Восстанавливали. А потом-то все поразвалили нам. Паспорта когда дали? Не помню, в каком. Не, были паспорта, когда не вы вернулись? Не были у нас паспорта. У нас были справочки, а паспорта уже... Да поздно нам дали. А так у нас никаких. Вот. Угу. Ничего, у нас никаких документов не было. Угу. Вот. Это поздно уже. Я не знаю, в каком году. Не помню. Вот. Ничего у нас не было. Если надо было куда-то поехать, куда-то пойти, идешь в сельсовет, берешь справочку, там что-то действительно такая-то, и вот едешь. А так ничего у нас не было. Папаша, это училась потом? Училась, конечно. 7 классов закончила. Училась отлично. Я отлично училась. Я хорошо по математике. Математика была сильная, а так русский-то слабоватый, а уж математика у меня сильная была. Я и сейчас-то в уме это читаю. Приду другой раз, начинают на этих, а я говорю, господи, да грош вам цена, что ж вы на этой, на машиночке-то? Вот. У меня всегда у больницы Лидия Ивановна и вот Гандер было смеются, но компьютером своим поработаем. Я говорю, конечно, вот столько-то, а ты считаешь, пока ты сосчитаешь, я вот сосчитала. Тебе, говорит, не обманешь. Я говорю, так и надо делать. После школы училась дальше? Нет, я не училась. Сразу завод работала пошла. Мать у меня была без рук, без ног. Вот она ездила на Украину, застудила она кровь. И потом у нее отказали руки и ноги. Она была недвижима. А сестры, одна замуж вышла, и другая вышла, а я осталась с матерью вдвоем. Поэтому мне пришлось... и работать в заводе. Сестры мои не работали в заводе, они работали в колхозе. А я и в заводе работала, и мать содержит. И пока я вышла замуж, тогда уже мать осталась одна, потом ее сестры разобрали. Но она еще вот вылечилась, 25 лет. Хорошенькая была. А что тебе помогало-то в жизни вот все трудности преодолеть? Да, наверное, здоровье. Наверное, здоровье. Вот все своим здоровьем, все здоровьем. В чем сила-то твоя? Да не знаю, Дениса, не знаю.
А просто вот у работе, наверное. У работе. Я, знаешь, когда мне плохо, когда вот мне что-то не по себе, то я только работаю. Работаю, буду сердиться, ругаться, сама работать, работать. Работа мне, наверное. Вот, вот этим я и... Вот только так. Работаю. Больше ничего. Пожелание какое-нибудь. У меня вот кассета заканчивается. Детям, внукам, вот вообще. Доброго здоровья им. Счастья в жизни. Самое-самое здоровье. Здоровье. И всем нам, всем людям. И соседям моим, и нам здоровья. Вот, а вот жизнь большую, трудную, проживай, дай Бог тебе здоровья и дальше жить. Вот совет какой-нибудь можешь дать? Да не знаю. Вот что-нибудь главное такое. Жить счастливо. Жить счастливо, самое основное. Чтоб удачи всего.